Утречка, отличный денек для того, чтобы еще очередного персонажа из платного DLC посмотреть. На связи Чандра Ульмина. Здравствуйте. В общем, с Юта Луначар мы продолжаем опять-таки играть через Ну, проклятие. подожди, выключи проклятие. И подойди на него, посмотри. И? А на остальных? У него 50% своего проклятия. У него 50% своего проклятия? Понял, значит, у него хотя бы есть шанс на проклятие. Но имейте в виду на этот. На то, чтобы убить 100 тысяч. Там, потому что нам не так много осталось. Да. Обидно. Меню мы потом сделаем, ребят. Скорее всего, в библиотеке попробуем заодно это оружие. Сейчас же давайте с Юта Луначар. Поехали. До сих пор гора Луначар, безусловно. Что мы будем использовать? О! Боезапас. Боезапас. Дается. Такое чувство... Что это на базовое оружие? Что это оружие подстраивается. Подстраивается? Потому что тут были шарики. Нет? Какое-то другое оружие тут еще было. Но это базовое оружие наше показывают. Плюс эволюцию. Плюс эволюцию, да. Хорошо. Хорошо. Так, он должен с клинком ночи по... Да. Так, берем чеснок на отхил. Можно. Здесь потому что есть сердешко, и мы сможем как раз улучшиться. Да. Давай, возьмем чеснок. Так, лавруху не берем. Нам бы меч еще. Величайшая... Какой? Песнь маны, может, возьмем? Если мы будем брать проклятие, то можно, да. Можно взять. Меч нужно взять на шкатулку Тароны. Опыт. Корону стоит брать. Правда, нам бубликатор нужен будет. Выпускай дополнительные снаряды плюс один. Угу. Либо 100 базовой области здесь. Это с чем? С дубликатором, дубликатором. Получается. Но вот дубликатор мы пока не сможем взять вообще никак. Поэтому лучше пока что-то другое улучшать. Корона. Слушай, а нас убивают. До нас доходит. Так, Библия однозначно будет. Библия классная штука. Кусается. Своеобразная какая-то штука у него. Первый раз палку, серебряный, да? Ветер. Серебряный ветер из чего состоит? Из шпината и хилки, да? Нет. Из сердечка. Из сердечка? Да. Может, возьмем тогда? Можно. Он так-то неплох. Ну, да. Он реально неплох. Попробуем. Он и взрываться будет. То есть хорошую эту эволюцию дает нам. Хорошо. Так, кнуты в этот раз не берем. Бычье сердце мы найдем. Наверное. Ну, внизу где-то. Да, найдем. Мы как раз туда не ходили, мы сходим. Нам красная книга нужна точно. Что мы еще будем брать, давай? Нам явно нужно сердце, нам нужно проклятие. Вот проклятие нужно будет взять. Что еще? На эту штуку. На эту штуку дубликатор, это мы сходим за ним, наверное. Может, лучше взять его сразу? Вот да, все-таки да. Ну, взять его и не париться больше. Давай все-таки возьмем чеснок, потому что нам сейчас он прям только реально нужен. Этот... Это элитка. Это прям лицом. Да? В элитку. Ой, да, правда. И внезапно чеснок попёр. Канделябр не нужен. А мы топор будем брать? Хороший вопрос. Будем ли мы брать? Mm-hmm. Серебряный ветер точно будем. И он как раз сердечком завязан. Mm-hmm. Хотя лучше песнь маны. Или все-таки серебряный ветер, он вокруг нас кружит. Mm-hmm. Это классно так. Это как Библия дополнительная в целом. Uh-huh. Плюс к получаемому опыту нам пригодится. Бери, ну, придется эффекта. Вот это, да. Продлевание эффекта. Это, ой, это оно еще и остается, смотри. Да, вот оно и бьет. Еще вдобавок. Угу. По-моему, поля вскапываем. Так, чеснок. Поначалу чеснок в любом случае топчик. Потом будет еще отхиливать. Угу. Красная книжка нужна безумно.
Будем, молния, может? Будем ли брать? Молнию? Давай тогда берем чеснок. Реально не будем брать кольцо молнии. Кольцо молнии хорошая, ребят, штука. Но мы пойдем другим путем. Святая вода нет. Хотя тоже хорошая. Да много на самом деле хорошего оружия. Опять-таки, чат хоть и... Вернее, не чат, а в комментариях хоть и пишут, то, что топоры говно, но вы видели, сколько урона они нанесли в предыдущей катке. Так. Так, это дополнительный, да, еще плюс один. То есть на середину экрана как-то оно спускает, и в принципе мы на этой штуке должны, получается, выживать. Ну, сверху, снизу. Пролетели. Ты видела, с какой скоростью они летают? Ага. А у нас скорость перемещения минус 10, ребят. А у нас вообще-то проклятие 100%. Это да. Не забывай. Без маны. Поэтому их скорость увеличена 100%. Это да. Магнитосферу бы, конечно, найти. Может быть, на ночь когда-нибудь? Может быть, ты ее когда-нибудь наноешь. Это да. Так, если мы возьмем дубликатор, а мы возьмем дубликатор, тогда возьмем. Нам тогда что-то еще нужно будет вставлять. Мы до шпината, я думаю, тоже дойдем. Именно пешочком. Ну. Думаю, да. Скорость атаки можешь взять тогда. Скорость атаки хороша. На это влияет оно, оружие? Я вот и хочу посмотреть. Так, мы отправляемся в неизведанные, ребят, земли. Мы в них еще не были. Внезапно у нас тут сакура. Скорость только на палку влияет. Все? Значит, скорость атаки не обязательно брать. Да? Ладно. Так, о, берем дубликатор. Хорошо. Mm-hmm. Все, мы взяли дубликатор, мы довольны. Берем этот сундук, потому что на супер раннем этапе оно не дает улучшений. Удача плюс, давай. Вот, кстати, наныл. Так, надо быть осторожным и супер внимательным, чтобы ничего не пропустить. Дубликатор нужно замаксить, правильно понимаю? Mm-hmm. Библия. И нужен меч. Дайте, пожалуйста, меч. Будьте добры. Очень нужно. Ну, честное слово. Чеснок? Ну, давай чеснок, ладно. Дайте меч еще, пожалуйста. 4 сезона. Штука, как мы выяснили, интересная, но мы ее потом будем тестировать подробно. Шпинат мы возьмем попозже. Нужен меч Сигмы. Ой, я умудрился пройти, кстати. Увлекся. Увлекся, надо скелета уже идти убивать. Оно под защитой. Да? Да, смотри. В доме. Под защитой скелета. Скелета. Все-таки скелеты. Брать мы пока не будем, ребят, потому что пособираем оставшиеся штуки, которые нам нужны. Нам нужна шкатулка Тарон и проклятие, и что-нибудь еще мы пока что не определились. Красная книга. Как это не определились? Красная книга. Как это мы не определились? Определено. Все у нас определено, ребят, все. Шкатулка Тарон и проклятие и красная книга, которая вот она, здравствуйте, она у нас есть. Все, это мы все взяли. Мы молодцы. Скелет рано или поздно сам умрет от старости. Хотя, казалось бы, да, как скелет может уметь от старости? Вот именно. Давно пора. Это, знаете, остаточный эффект его пребывания в данном мире. Так, дали нам сундук. По-моему, с 5-й минуты, чуть ли не с 5-й минуты, можно уже улучшаться. Ну, мы на 7-й в прошлый раз улучшали. Поэтому я не знаю. Вот и я что-то как-то. Так, плюс опыт, да, не помешает. Ой-ой-ой-ой-ой!
Зажали. Зажали. Дайте, как пожалуйста. Зажали? Дайте, пожалуйста, проклятие. Очень сильно. И так проклятие есть. Что? Какое проклятие имя? Для книжки? Конечно. А, ну сколько уже максимальная? Ого. Песня маны. Почти максимальная. Ближе всего. Да что ж оно так квадратом-то идет? Нас опять убивают, кстати. Это да. И не дают. Не дают еды. Ну, но это квадратом. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может, скажи, да? Нет. Нет, нельзя. Именно что нельзя. Мы не можем себе позволить этого. Конечно, деньги. Нет бы... Покушать можно? Не кормят. Вообще не кормят игра, ребят. Душит и душит. Угу. Душит и душит. Как обычно, в принципе. Угу. Что нового? Песнь маны уже 7-я. Все, нам нужно просто проклятие. Шкатулка Торона и меч тоже очень сильно нужны, но сейчас нужно проклятие, мы тогда песнь маны сможем забустить. Курочка. О, хоть чуть-чуть поели. Спасибо. Маловато как-то, правда, она восстановила нам, будем честны, но... Сколько у нас хп? 200. Дубликатор. Пошли улучшать. Уже можем. Да. Давай попробуем. Вот оно. Улучшенный призыв ночи создает зоны, наносящие урон и под персонажем. Хорошо. Вау. Ух ты. Прям как эти зубы. А, кстати, реально вау. И вот мы, смотри, мы это оборотень какой-то. Мы кусаемся. Песнь маны максимальная. О, дайте, да, проклятие. Такой прям в оборотень. Угу. Воблоротень. Вобла? Да. Так, нам осталось шкатулка Торона и проклятие. Дайте, и мы успокоимся. Ну, давай пока так. Что? Еще же меч не нашел. Меч тоже нужен, конечно. Но имейте в виду, мы возьмем отхилку. Спасибо. Отхилку возьмем, пойдем за шпинатом. Угу. Нам бы уже пора это сделать. Да, пора было. О, еще поесть дали. В кои-то веки. Так, а палка с чем? Палка тоже с сердечком, да? Mm-hmm. Надо Библию качать. Библию прокачаем, будет кайф. На самом деле штука, слушай, она классная. Я не знаю, сколько она нанесет урона, но выглядит она очень классно. Прям мы пожираем врагов. Необычно. Да, необычно. О, наныли проклятие. Идем за сундуком. Сундук есть? Ну, тот сундук, он старый, конечно, но... Смотрим. Посмотрим. Не дали. Жалко. Это старый, потому что сундук. Смотрим. Угу. Все, ждем тогда здесь. Дайте нам, пожалуйста, шкатулку Тороны и меч. Меч есть. Шкатулка Тороны, и мы в порядке. Это не шкатулка. Вы не знаете, как выглядит шкатулка? Не знают. Видимо. Ясно, они не знают, как выглядит шкатулка. Так. Слишком часто выпадает не то, что нам нужно. Библия, кстати, уже 8-я, к слову. Да, неплохо. Угу. Так,
Победный меч, да. Пусть будет победный меч. Победный меч, потому что он реально победный. Он классный. Серебряный ветер. Ну, давайте вкачаем на максимум, чтобы потом каждый сундук это было у нас уже сразу улучшение. Шкатулка. Чат, нойте на шкатулку. Мало ноете. Так, это до 8 вкачали. Угу. Угу. Душнина. Обычно. Удивляться уже не стоит. Так, мы можем что-то улучшить Библию, да? Можем. Давай. Вперед. А шкатулка выйдет сегодня погулять вообще? Ну, было бы просто так неплохо, я вам на полном серьезе. Мы ее, в принципе, видели сегодня? По-моему, нет, ни разу не видели шкатулку. Ну, мы видели в предыдущем прохождении, может, она там и осталась? Видимо. Видимо, она там так и осталась, да. Не захотела уходить. Так, выйдем тогда пока на улицу хотя бы. Сундук уже. Песнь маны можем, да? Песнь маны можем, да. Давай. Кстати, радиус-то небольшой у песни маны. Этого-то нету. Канделябра нету, да. Угу. Что-то это уже начинает... Попробую изгонять. Напрягать. Ну, я надеюсь, что все-таки мы соберем. 3 пропуска я бы оставил на карты. Mm-hmm. А пока собираем то, что есть. Нам... Надо еще за шпинатом успеть дойти. У нас скорость минус 10%. Ребят, ну что ж вы душите-то так? Ныть на шкатулку. Мало ноете. Ноете больше. Уже проклятие полностью забрали. Вот именно. Сколько у нас там? 150% уже? Да. Ужас. С шкатулкой Тароны будет 250%. Все, это было последнее. Мы 3 повтора оставляем. Открытый пошли. У чего? Меча. А, это у меча криты пошли. Да. Точно. Это фантастика, ребят. Просто фантастика. Будем изгонять. Взрывы? Взрывы. Взрывы берем точно. Да, можно. Они клевые. Это Библия, это... О! Конечно, победный меч. Конечно, победный меч. Конечно же, ничего. Изгоняй... Изгоняем клевер. Клевер. Изгоняем наручи. Изгоняем пустосердце. Угу. Броню, изгоняем или броню. Или... Магнитосферу. Да без разницы. Без разницы вообще. Изгоняем крылья. Или маску. Маску. Лучше маску. Отлично. Все уровни пошли в изгнание. Жесть. Это просто какая-то трагедия. Вы посмотрите, ребят. Это правда трагедия. Потому что если сейчас выпадет шпинат и то, что нам нужно... Игра издевается. Да. Вот, наныли. Господи, сколько ныть-то пришлось.
Кошмар. Не люблю такие моменты. Мало ныли, ребят, мало. Мало ныли. Вы виноваты во всем. Все, взяли сердечко. Теперь можем пользоваться сундуками. Погнали быстро за шпинатом. Потом пойдем искать этих кап, которых там 6 тысяч нужно убить целых. Угу. Которых мы еще не видели. Угу. Что нам дадут тут? Нам дадут тут чеснок. Ну, от которого, будем честны, нам ни холодно, ни жарко от чеснока вообще. Ну, урон кружочки. Но вначале... И... Вот они, капы! Ой. И я туда пройти не могу, смотри. Видишь? Это водоем, и я пройти туда дальше не могу. А это капы. И их нужно убить 6 тысяч. Ну, хорошо. Все, мы нашли кап. Сейчас мы за шпинатом сходим и вернемся. Блин, ну прикольно, мне нравится. Это интересно. Да. Локация, ребят, бомба просто. Карта, казалось бы, не такая уж и большая, но она интересная. Да, капы вон с моря идут. Хорошо. Ой, тут уже не только капы, тут еще вот такие, ребят. Ага, это яйценосный на нас теперь уже нападет. Мы нашли первое... Дошли, наконец. Да, дошли до первой части против смерти. До этого еще ни разу не доходили. Надо будет походить, конечно, по всей карте, пособирать это все. Ну, посмотреть хотя бы, где оно находится. В каких местах разработчик просто специально установил же в определенном месте. И интересно узнать, в каком. Так, шпинат где? Вот он, взял. Шпинат нам тоже нужен, потому что урон... Урон оставляет желать лучшего. Сердечко до максимума. Шпинат до максимума. Где шпинат? Зачем до максимума? Слушай, он упал. Упал. Мы можем что-то вкачать? Палку. А можем? Палка не можем. Потому что нужно... Сердечко. Сердечко. А оно только с сердечком или для него и шпинат нужен? Сердечко. А шпинат... И сердечко, и шпинат для чего? Шпинат и канделябр. Шпинат и канделябр? Для пузыриков. А, для пузыриков. Точно, точно, точно. Так, ну давай тогда шпинат максим, максим шпинат, максим и шпинат, максим и шпинат, и шкатулку Тароны, конечно же, максим. Сердечко а, мы уже сердечко за максим, иначе можно брать его. Да. А мы все замаксили. Понятно. Ладно. Продолжительность плюс 100%. Ух ты. Кстати говоря, на эхо ночи. Это сильно. Это уже понятно, зачем. Это уже понятно, да. Так, ладно. Область плюс 3%. Ну, такое. Таки пусть будет сила лучше. Меч, да. Меч однозначно победный. Он все равно будет победный меч вкачиваться. Хоть там и будет эволюция, основной урон все равно победным мечом наносится. Конечно же, у нас праздничный ветер вкачался, а не что-то другое. А что еще? Что еще? А, все. Шкатулка, ну... Меч. Только шкатулка и осталась. Меч. Все. Поэтому пошли к морю. Пойдем. Может, к этому сходить? Кому? К тому, что на Новый год осталось? Просто интересно. Да, к тому, что на Новый год осталось, это интересно. Согласен. С магнитосферой и... Ой, это лес. А как тут зайти? Ого! Прям так? Секретная область, ребят. Сундук еще тут лежит? Еще и сундук. Или тут туда умер? Пока мы... Не знаю, я думаю, что, скорее всего, тут именно сундук спрятан. Секретная область, ну, ребят. Все, тут можно уже, наверное... Боезапас плюс один, это неплохо. Или ты хочешь посмотреть? В принципе, я чуть смотрю. Уже все было. Уже все видели. Уже в пошли, принципе, пошли да. К морю. Идем кап бить. Где капы? Сила плюс один. А, в принципе, можно уже да, это, случайно да. Всегда. Все. Все, ребят, мы достигли того, что хотели. Все, вот она, водоемина. На нас должны нападать капы, они и нападают. Мы, собственно, их и ждем. В том числе.
35 тысяч за 15 минут это очень мало. Сейчас мобы идут катастрофически медленно. Почему-то. Если честно. Что? Почему-то. Почему-то. Когда-то у нас... Сколько у нас там проклятия этого? 250%. У нас идет невыносимо медленно. Бахнуло. Почему? Магнитосфера. Ага. Ну, короче... Блин, я... Неужели мы опять не набьем? Посмотрим. Там... Давай кольцо брать. Кольцо? Да. Какое? Золотое. Угу. А, ну разве? Да. Господи, что ж такое? Проклятие оно же будет давать нам. Разве? Оно... А, вон количество часов да. Появления. Все, все, все хорошо. Потому что что-то как-то душит нас игра. Надо, видимо, еще... Какая нам нужна, правая или левая? Правая. Правая. Вот это? Это проклятие? Или вот это проклятие? Ну, погнали тогда за ней. За космосом мы, правда, почти ничего не видим. Куда идем? Без разницы. Идем мы пока идется, идем. Да, надо убить вот этого мужика тогда здесь. Но это не первостепенная задача. Первостепенная задача грабануть его и прокачаться. Потому что, ну, реально не хватает. Мы грабанем его и убьем. Это, конечно. Грабанем его полностью. Угу. Кто мы? Даже на жизнь. Грабители. А что делают грабители? Грабят. Так давай грабанем его. Все, грабанули. Там вот сундук где-то есть. Сейчас спустимся, там внизу еще магнитосфера есть, надо взять. Один, к сожалению. Да, но мы взяли то, что надо. Именно, которое нам нужна была. Остальные штуки, ребят, забейте. Нам самое главное, чтобы частота появления увеличена. Вот 45 тысяч. Кстати. Внезапное увеличение. 46. Магнитосфера чуть-чуть. Вот она. Бам. Кайф? Кайф. Пока да. Погнали за каппами. Пошли. Ой. Проклятие 330%, ребят. Проверяйте. Ну все, вы в максиме. Да, мы все замаксили. Мы максимальные. Ух, сильно. Я боюсь, что теперь мы их банально не будем успевать убивать их. Не, мы не успеваем. Они слишком сильные для нас стали. Проклятие. Действительно. Что нам левая даст штука? Урон не даст ничего. А там, по-моему, область и продолжительность, что-то такое. Ну такое. А там откил. Дегенерация откилка, по-моему. Макс КП. Ладно, ждем. В общем, посмотрим, ребят, что у нас будет. В принципе, мы втопили так-то неплохо. С одной стороны. Да, я знаю. Какой процент нам нужен. Угу. Может, 300 хватило бы. Каппы на нас плюс нападают, мы их просто по КД уничтожаем, это очень важно. Их нужно 6000. Угу. Все, просто стоим, ждем. Шундук. Денежки. Шундук. С денежкой. Ой, внезапно сундук откуда-то взялся. Мы отвлеклись, и внезапно откуда-то взялся сундук. В принципе, можем, конечно, вот эту карту взять. Если без шуток, чтобы к нам все перетянулось и перетягивалось на постоянке, чтобы мы не заморачивались. Возьмем тогда все, что здесь есть. И меч возьмем, прокачаем, и вот это возьмем, прокачаем, и канделябр возьмем. Берем. Серьезно, оно того стоит.
чтобы просто к нам оно подошло. Пойдет, пойдет. Как раз с маской комбинируется. Прекрасно. Что надо. Магнитосфера. Да тоже вкачаем, не страшно. Пусть вкачивается. А нельзя, как бы, чтобы оно без разницы было? Нельзя, да? Видимо, нет. Видимо, нет. Ладно. Качаем, что качается, а там посмотрим. Ты решил все взять? Я решил вообще все взять. Я решил взять карту, чтобы... Ну, ты поняла. Угу. Бери. Беру. Эти штуки нам тоже пригодятся. О, умерли. Какие зубы там на всю карту. Угу. Бунька. Так, скоро будет тун-тун-тун. Угу. По убийству, ну такое. Там что, плотные пошли? Да. Берем, берем, берем. Берем, берем. И все. Угу. Кошмар. Ну, на 28-й будет жопа прям. Ну, зубы, кстати, классные. Вот что-что, а зубы мне понравились. Когда вот получается вот эта эволюция зубов. Это топ. Так, а капы на нас не идут, по-моему. А надо, чтобы шли. Так, открываем. Нелегендарный же. Ой, нелегендарный. Мы можем меч улучшить. Позволяет критические удары, добивающие комбо. Отлично. Мы собрали, кстати, два меча. Да. Как мы хотели тогда. Все, ребят, у нас есть и Мурамаса, есть и... Все у нас, в принципе, есть. Мы классные, короче. Так. Крест. Бахнул. Ага. Заморозку, правда, еще бахнул. Удачу давай, удачу, конечно. Удачу. Еще втягивалку. Давай. Что-то не особо втянул. Прям вообще не особо. Ладно. О, сундук. Сундук. Сундук нужен. Сейчас он нужен прям очень. Сколько уровень? 6. Кристалл. Мы заблокировали этот магнитосферу. Да пофигу. Мы же ее изгнали. Но при всем при этом я ее взял. Ну и ладно, согласен. Так, раз. Ну, наверное, чуть ниже держаться, а то эти не приходят. Капы, чтобы приходили. Капы не приходят. Давай. Все, капы приходят. Ждем. Он нас, кстати, реально бьет. Сбивает. Он нас реально бьет. Мы не вылечиваемся. Просто потому, что в чеснок никто не входит. Да. Что-то, по-моему, это жопка. Пойдем, нормально. А вот же увеличение, ускорение лечения. Нас это не спасает. Через сколько что он нас... жрет? Я не знаю, сколько. Может, он какой-то процент жрет? Не знаю. Все, отлично. Дальше уже на автомате будет работать. Господи, что происходит? Я не знаю, я кроме зубов ничего не вижу. Такие призрачные зубы. Да, предупреждение об эпилепсии на эту игру, конечно, это жизненно необходимая вещь. Особенно в DLC. Ага. Столько не было эффектов. Не, ну все равно и раньше было много. Ну, ты посмотри, кстати, мы, получается, почти на всю карту, да? Не слабо. Сколько? 80 тысяч, да? На 25-й минуте. Успеем ли? Не знаю. 200 секунд. Гидра. Гидра, да. Фига, там что-то бабахнуло. Ее разнесло в хламиномонаду. Там криты, там на криты, по-моему, были. Плюс деньги, тупо. Мне кажется, мы вылечиваемся все-таки, когда... Или не вылечиваемся, когда мы в неуязвимости. Не знаю. Сейчас посмотрим.
Да. Угу. Вылечиваемся. Все. Значит, меч можно держать. Хорошо, держим. Не, просто какая-то до нелепости невыполнимая задача, конечно. Не хватает прям чуть-чуть. Угу. Но не хватает. Угу. К сожалению, да. 6000. Угу. Сейчас тун-тун-тун. Насмерть, кстати, не может убить. Пока да. Во время этой штуки. Ну, теперь убила. Угу. Ну-ка, постойте. Я не договорил. Угу. Не успею я. А я ничего не вижу. Все, кстати, она уже начинала. М? Она уже начинала. Ну да, но нет. Слушай, ну, да, я правда нет. Не знаю, как ну, это делать. Ну, на других картах, конечно. Ну, возможно, на других картах, потому что что-то как-то это... Бабиону открыли, конечно. Призыв ночи мы открыли. Классная Причем, штука. Причем, наверное, нужно проклятие пораньше собирать. Все проклятие. Возможно. Чтобы нам вот как раз-таки под конец уже хватило. Ну это трындец. Просто трындец, ребят. Угу. Одища. Ладно. Открыли нового персонажа, ребят. Бабиона. Игнорирует перезарядку оружия. При движении оружия стреляет через определенные промежутки времени. Вообще непонятная какая-то фигня. Ну, давайте попробуем эту девушку. Какое-то кимоно. Где мы еще не были? Мы еще в самый-самый левый верхний угол не ходили, пожалуй. Да. 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 Возможно, мы туда и сходим. А пока что, конечно же, поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым-то, собственно, видосики на канале у нас и выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылке в описании, ребят. Ссылка на Бусти в описании под каждым видео. Переходим и подписываемся.